По некоторым данным, на втором этаже замкнула проводка. Выгорело турецкое кафе. Со слов администратора, пишут очевидцы, загорелось в 2 ночи. Пожарные приехали в 2:35. Выгорел полностью первый этаж и частично второй с локальными обрушениями крыши. На втором этаже располагались офисы. А ведь это здание одно из старейших в Сочи. Там еще в царское время располагался общественный клуб. Позже здесь находился городской отдел НКВД. Потом здание отдали Всероссийскому обществу изобретателей и рационализаторов, присвоив статус памятника истории. В последние годы помимо общества в доме располагались также кафе и различные офисы.